Главой Севастополя стал красноярец. Бывший пресс-секретарь Александра Хлопонина Михаил Развожаев. Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Развожаев руководил исполкомом Общероссийского народного фронта. А с начала нулевых занимал высокопоставленные должности в администрации Красноярского края. Работал заместителем начальника управления пресс-службы губернатора, пресс-секретарем главы региона при Александре Хлопонине. Такую же должность занимал и при Льве Кузнецове. В 2014 году, когда Кузнецова назначили министром по делам Северного Кавказа, Развожаев уехал из Красноярского края вслед за ним. На своей личной странице в Инстаграм Развожаев написал, что назначение на пост исполняющего обязанности губернатора для него очень ответственная задача, и своей работой он намерен заслужить доверие севастопольцев.